Всем большой привет! Меня зовут Москотова Екатерина, и сегодня мы закрываем мысок способом тропинка. Выглядит вот так, не имеет дырочек, элегантный, красивый. Все то же самое, по сути, что и в мыске ленточном, но выглядит и выполняется по-другому. Убавки можете располагать также через ряд, либо неравномерные убавки через два ряда, через два, через ряд в каждом. Это как вам больше нравится по вашей посадке по ноге. И закрытие здесь выполняется петель иглой, так же, как и на мыске ленточного типа. Поэтому нам нужна будет иголка, возможно, вам понадобится два маркера и ножницы. И, конечно, носок на стадии довязывания. Высота мыска здесь будет такая же, как и обычно у вас в ленточном закрытии. У меня около 5 сантиметров. Ориентируйтесь на свои спицы, пряжу и плотность вязания. В мастер-классе используются пряжи 400 метров на 100 граммов, спицы 2,25. Выполнение этого мыска имеет ряд особенностей. Во-первых, спицы нам необходимо расположить вдоль боковых частей носка, не поперек стопе. На спицах к выполнению мыска должно остаться нечетное количество петель. У меня общее количество здесь 62 петли, соответственно, на каждой спице по 31 петле. Обычно у нас четное количество петель. Вы можете лишнюю петлю убрать здесь и здесь, то есть минус 2 петли. У меня было 64, я в клине подъема убрала, тем самым я обеспечу еще также посадку более плотную по стопе, что мне больше подходит. И получила уже вот здесь готовое количество петель к выполнению мыска тропинка. Если у вас до сих пор четное количество петель, вы просто провязываете 2 петли посередине вместе на одной спице и на другой. То есть убавляете одну петлю и тоже приходите к нечетному количеству петель. Если у вас есть сложности с тем, как распределить ровно мысок, и чтобы он не уехал вверх или вниз, вот эта линия тропинки красивая, то ориентируйтесь на линию клина подъема, где вы убавляли петли. Эта линия, она у меня относится к стопе, то есть она входит вот в эти петли. Она у меня 15-я петля на спице, соответственно, центральная 16-я петля, и дальше следует еще 15 петель. В первом ряду, если у вас такое же количество петель, 31 петля, 31 на каждой спице, то у вас будут 14 петель, 15, 16, 17 в работе, 14 петель. Для простоты можете на средней петле здесь повесить маркер под ней. У меня это 16 петля. Эта средняя петля будет ориентиром для того, что нам пора делать убавки. За петлю до нее и после нее вот эти петли мы будем объединять в одну. Я буду делать убавки регулярные, то есть через каждый ряд буду провязывать по 3 петли вместе здесь по центру. Сейчас вяжем 14 петель. Вот у нас 16 посерединке, 15, 17. 16 и 15 снимаем со спицы. Провязываем 17, ну это если по счету на спице, да, и перетягиваем 17 в 15 и 16. Средняя петля, под которой маркер, у нас и получается сверху. До конца спицы доходим просто, также 14 петель остается. Переходим на вторую спицу. Здесь также можете повесить маркер для удобства на 16 петлю, она у нас средняя, если у вас тоже количество петель 31. И делаем все то же самое, 14 петель прямо. Подхватываем слева направо.
У вас при этом должны стенки петель смотреть также правая наверх, то есть правая впереди. Если у вас так петли стоят, то вам нужно будет развернуть. Подхватываем, снимаем, не провязывая. Это у нас 16 поверх 15 получается. Провязываем 17 и протягиваем ее через только что снятые. Дырочки у вас здесь не будет, при этом не надо перетягивать эту петлю. Вяжите достаточно ровно, спокойно, не перетягивая петлю. Дальше у нас 14 петель. Такие убавки мы делаем через каждый ряд. Можете первые пару убавок выполнить через два ряда, если вам нужен более вытянутый мысок. То есть следующий ряд мы вяжем без убавок. При этом провязывайте вот эти петли не сильно плотно. Если вы их перетянете, их сложно будет убавлять. И они создадут такой стянутый момент. Я связала один ряд без убавок. Теперь у нас снова убавки. После убавленных петель у нас остается не 31 петля, а 29 на каждой спице. 29 и 29. Если у вас стоит маркер, вы так на него и ориентируетесь, как на центральный. И петли уже видно хорошо. Если вы все делаете по счету, то 13 петель провязываете, 14, 15, 16 вместе и 13 петель. И так на второй спице тоже. Подошли к месту убавки, также 2 петли вместе, сняли, провязали третью, протянули эту третью через 2, чуть подтянули, не перетягиваем. То же самое выполняем на второй спице и двигаемся также через ряд, убавляем, пока на спицах не останется по 11 петель. 5, 1 центральная, 5. Можете уже, когда у вас будет 7 петель здесь, 3 средние, 7 здесь, начать убавлять в каждом ряду. Так носок больше скруглится. Сейчас у меня на спицах осталось по 17 петель, 7, 8, 9, 10 вот эти я буду вязать вместе и 7. С этой убавки можно два раза сделать убавки в каждом ряду, пока у нас не останется общее количество 11. На данный момент от первой убавки, вот она, 3 и 7 где-то, 3 и 8. Сантиметра. Можете убавки в каждом ряду начать чуть ниже. Смотрите еще какая особенность. С этой стороны у вас идеальная картина, а с этой у вас такие холмики. И эти холмики будут заметны при убавках в каждом ряду. Если у вас эти холмики есть, это первая петля из этой тройки, она своей левой стенкой здесь выглядывает из-под центральной. Если они у вас имеются, значит вы делаете все правильно. Это особенность таких убавок с центральной петлей. То есть следующий ряд мы не пропускаем, также выполняем убавки. У нас останется еще после этого ряда два раза сделать убавки до 11 петель. Или можете оставить по 13 петель на спице, как вам больше нравится ширина вашего мысочка. Или это если мужские носки, можно оставить петель больше. Также на центральную продолжаем ориентироваться. Вот 3 петли рабочие. 2 из них убавим, накрыв средней, 6 петель.
и следующий ряд останется 5 петель. Нам нужно будет в последнем ряду провязать еще половинку ряда перед тем, как начинать сшивать петли иглой. Вот эти бугорки, они подряд. Хороший прием, когда у вас один маркер отличается от второго. Так вы понимаете, какие убавки у вас первые, какая спица первая. У меня мухомор — это первая спица. Сейчас у нас по 11 петель. Нам нужно развернуть полотно вот так. Поэтому я провязываю эти 5 петель. Средняя петля будет первой на спице. Вытягиваем. Вытягиваем. Вторая средняя петля также будет первой на спице. Поэтому мы аккуратно вытягиваем леску. Никогда не заламывайте ее здесь. Она не восстановится. Вот у нас по 11 петель на каждой спице. Чуть смещение такое, но это особенность мазка. Благодаря тому, что здесь мы несколько рядов провязали подряд, без пропуска ряда, чуть сглаженный оказался мазок. Отрезаем нить. Можно на расстоянии стопы, чуть больше, чтобы удобнее было работать. Берем иглу и начинаем сшивать петли. Предлагаю заходить сюда, на следующей спице, сверху вниз. Протягиваем и чуть подзатягиваем. Можете сшивать тем порядком, который вам больше привычен. То есть захватывать, начинать с той петли, с которой вам привычнее или кажется мазок аккуратнее. Возвращаемся в петлю, заходим в новую, сразу ее снимаем. Так будет лучше затягиваться. Заходим в старую, заходим в новую, сразу ее снимаем со спицы. Подтягиваем. Заходим в старую, в новую, снимаем со спицы. Подтягиваем, затягиваем. Вторую, второй раз, в новую первый раз, старую петлю, второй раз, в новую первый раз. И последнее действие. Зашли, сняли. Зашли, сняли. Можно вернуться вот в эту петлю и ввести иглу внутрь полотна. Я вывожу сразу на обратную сторону, выворачиваю носок и зашиваю. Вот эту пока можно оставить и подтянуть, если это необходимо, петли сшивного ряда. Можно также это сделать на изнанке, там хорошо видно. Здесь мы оставляли петельку, видим, куда тянуть. И забираем внутрь. Все, мазок готов. Выворачиваем. Крепко прячем нить.
Вот видите, рытвина здесь видна, можно еще подтянуть. Прям вот так. С этой стороны. Смотрим, куда у нас больше наклоняется нить, чтобы ее не тянуть в обратную сторону. Можно сначала зайти иголкой, потом вдеть нить в иглу. Я двигаюсь вот так по диагонали. Сюда пройду и обратно. Вот сейчас я пойду вот сюда. Можно прямо отсюда начать, а можно еще небольшой узелок сделать. То есть вокруг той же самой петли пройти. Вы как бы наматываете вот эти петельки. Этого будет достаточно. Этот элемент как узелок срабатывает. Отрезаем нить. Можете так, можете короче. Можно так, чтобы она не выскакивала на той стороне. Поздравляю! Вы освоили новую технику мысок-тропинка. Это мой любимый мысок. Закрываю так почти все носки. В этом случае у нас с вами получилось 4,5, почти 5 сантиметров от первой убавки до края носочка, до последнего ряда замыкающего. Спасибо за внимание, пробуйте, пишите, ставьте пальчик вверх, лайк и подписывайтесь на канал.